Места в детский сад для красноярских дошкольников начнут давать уже в апреле. 5 числа начинается процесс комплектования групп. В детсады смогут пойти ребятишки от 1,5 до 7 лет. Всего распределят около 13 тысяч мест. Братьев и сестер, как и в прошлом году, будут принимать в один детский сад в приоритетном порядке. Добавлю, в начале апреля очередь в садике заморозит. Это значит, что родители не смогут отслеживать положение своего ребенка в системе дошкаленок в режиме онлайн. В это время детей переводят из одной возрастной группы в другую. Ну а после начинается распределение по садам. Места будут раздавать до 1 сентября. В итоге родители увидят либо новое положение ребенка в очереди, либо статус скомплектован с указанием садика, где малышу дали место. Мы только начинаем комплектование, и это будет только первый этап. А затем через каждые 2 недели мы будем повторно комплектовать все районы города. И до 1 сентября у нас будет основной этап комплектования, и после 1 сентября продлится доукомплектование на свободные места.